Добрый вечер, дорогие бельчане. Добрый вечер, бельцы. Я сегодня участвую в президентских выборах для того, чтобы поломать все стереотипы, для того, чтобы не просто вернуть надежду всем гражданам нашей страны, а для того, чтобы навести в стране порядок. Любую страну можно уничтожить без войны, если в ней убить систему образования и здравоохранения. Я обещаю, что первый указ президента – это будет указ о распуске борделя под названием «Парламент Республики Молдова». За коррупцию высших эшелонов власти я добьюсь того, чтобы срок заключения был от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества у родственников. Вы должны понимать, что все чиновники должны быть вашими слугами. Я иду сегодня с девизом, что я буду слугой только своего народа, потому что сегодня практику того, что одни бегают в Брюссель, вторые в Вашингтон, третьи в Москву, с этим заканчивать. Мы платим с момента рождения до нашей смерти. И мы должны эту грязную практику просто уничтожить. И я это сделаю. Я ликвидирую Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране. И мы создадим маленькую, но спецслужбу, которая уничтожит коррупцию высших эшелонов власти и привезет из-за рубежа всех негодяев, так как привезли Моссада и Эйхмана. Давайте лучше мы отправим в тюрьму всех тех, которые до сих пор отправляли нас на заработки и хотят отправить остальных. Голосуем за Рината Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.